Друзья, телезрители. Мы находимся в прекрасном, роскошном городе Казани. И здесь... И здесь нас застала наша судьба. Здесь мы встретили 3 года нашей совместной жизни. Как родилась наша семья. Я хочу сказать, признаться от всего сердца, что Ромео, я люблю тебя еще больше, чем раньше. Я так счастлива. Кстати, единственный повод, почему мы иногда ссоримся, потому что мы можем вот так вот лечь, засыпая, говорить, я тебя люблю сильнее. Нет, я сильнее. И так до утра. И это бесит, блин. Это бесит. Ты смотри, я даже стол сдвинула. Короче, мы в Казани, в том ресторане. Как он называется? Море-море? Море-море. Смотрите, у нас вот такие вот ульвики с харгом и шикарные уха. Это только начало. А главное, просто порадуйтесь за нас, потому что мы реально очень счастливы. И даже солнышко ради нас вышло, потому что вчера было но мы все равно сходили к казанской божематери, что-то безумно рады. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо за то, что вы с нами. Я надеюсь, что вы можете искренне порадоваться за наш праздник. Нам 3 года!